Всем Alt 1, друзья, с вами Витек. Продолжаем Just Warrior 3. Искры в воздухе. Наше с вами, наконец, задание. Так, там нехило такое расстояние. 1000 с чем-то. Нам нужно добраться до... А, это не аэропорт, когда я в первый раз подумал по карте. Это у нас здоровая территория. Там у нас вокзал. Так, хорошо. Перемещаемся на самую ближнюю точку и начинаем. Надеюсь, какая-нибудь машинка будет у нас. Да, отлично. Опять же Нива. Не изменяем традициям. Так, тут недалеко. Ага, 900 метров. Ну, по крайней мере, пол км мы точно сократили. Это уже неплохо. Так, отлично, едем. Так, где наш музычка? Да, по рельсам поедем. Будем изображать поезд. Замаскируемся. Так нас враги точно не узнают. Так, вопросительный знак. Там что-то будет интересненькое. О, между двух деревьев проехал. Отличный смертельный номер. На быстрое перемещение, скорее всего. Что за фриз ты, елки-палки? Отлично, подобрались. Все, давай за камнем спрячемся. Свой джип спрячем. Так, это депо. Опа-па-па-пам. Так, пойдем на камушек. Ну, собственно, ага, вон враги. Все, давай отсюда работать. Давай, мой верный друг. Погнали. Так, две цели, все, запечатлили. Двигаем дальше. Так, снопа на вышке. Все как должно быть. Ого, здесь уже побольше у нас юнитов-то. А ты че? Эй, бомж. Ты не враг, что ли? О-хо-хо, ни хрена себе там звуки. Ему очень, видимо, хорошо после выходных. Так, давай отмечаем всех и вся. Все, кто только можно. Явно враги. О, далеко, 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 далеко. Возвращаемся, возвращаемся. Согласен, согласен. Все, я вернулся и справился. Так, ага. Раз снайперская позиция. С по левому флангу предлагаешь зайти. Так, а этих двоих можно отработать сбоку. Так, ну ок. Чё-то мы наметили. Так, ну тогда можно и чуть на машине отъехать, так будет быстрее. Ну это прям вообще без палева. И охренеть, если меня сейчас не увидят. Да, это жесть. Полная жесть. Они меня реально не видят. Ну все, где-нибудь здесь выходим. Так. Все потому, что тех двоих мы по-любому будем снимать. Так, вышка, работаем. А что у меня с увеличением? Офигеть, неужели нет зума? Так, пошла жара. Да ладно, через кусты сейчас будем работать. Есть, блин, чуть ниже нужно было, братуня, но... Вот это подстава. Полная подстава. Ты что, серьезно? Хитрить, у меня прям все сразу опустилось. Ну так, глупо, а. Давай, нам же снопу надо было убрать там. Я не успеваю за тобой, чел. Давай, надо снять его. Офигеть, он прям на меня так смотрел, а. Какой злобный взгляд. Прикольно. Чё, вдоль поездов будем? Да нет, фиговая затея. Оп-оп-оп-оп-оп. Кто здесь? Hello. Чё, будем снимать? Конечно будем. Рендер-атак. А где ты там есть-то?
Чё за паника, чувак? Все ровно. Все ровно, это всего лишь я. Давай, 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 покажись. Оу, я прям слышал этот свист в ушах, блин, как он до меня достал, зараза. Пока он там перезаряжал свои ракетки, блин. Ладно. Веселое начало, как всегда. О, да ладно, так далеко. Ладно, поехали. Найти дорожные ведомости в депо. Задание-то элементарное, я выношу сразу всю базу. Тихо-тихо, я бесшумен. Вот так вот, мастер парковки. Ладно, идем. Они все равно слепые. Так, а можно отсюда? Нормальный такой обзор. Так, 150, давай до тебя. О, да, это было здорово. Специализация снайпера прокачивается. Так, а что у нас с вышкой? Не понял. А кто спалил-то? Кто мог спалить-то? Твою ж налево-то, вы меня не видели. Вы меня не видели, чуваки, вы не могли спалить. Так, ладно, если вы туда все отвлеклись. Если вы все отвлеклись туда, я могу идти делать всю грязную работу. О, охренеть, точно, он из миномета стреляет. Сейчас сюда, наверное, прилетит. Нет, они пока стреляют ту позицию, где меня, видимо, первый раз... Ох, жестко. Ладно, мы теперь так проберемся. Чувак, мне нужно тебя убить. Прости. Ты очень красиво стоял. И тебя тоже. Блин, тяжело попасть в эту щель. А что делать? Хе-хе, вариантов нету. Так, чисто, не чисто. Так, там враги тоже есть. Разумеется. Ну все, идем. Чё не пойму, что такой активный? Тебя же не видно. Засранец. Так, через окно никого. Ну ладно. Так, двигаемся. Давай, пестоль. Залазь. Так, там поезд прикрывает. Блин, чел, очень палевно. Так, есть. Есть. Еще один. Неужели наверху? Гнида. Точно, он наверху должен быть. Пам-пам-пам, я иду к вам. И перец, ты где? Неужели он на крыше, а? Он просто снаружи. Man, есть, 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 готов, голубчик. Так, берем доки. Скорострельный знак. Что они нам предлагают? То есть вопросительный, блин, какой восклицательный. Давай наверх. Может, что дельное? А куда, на крышу, что ли? Так, слить содержимое цистерн. Офигенное задание. Так, они немножко остыли, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Нехило так, ладно. Пойдем снизу. Здесь у нас тоже чувак.
Так, чел, а ты... Воу! Может, гражданские? Ребят, пальнуть могут. Пойдем ниже. Да, интересно. Выполним сначала дальнюю, да, дальнюю точку. Так, все в порядке. Двигаемся. Так, давай произведем разведку. Палить вас сначала нужно. Так, цистерну вижу. Что у нас вокруг? Да ладно, все чистенько. Че, серьезно? Я могу свободно пройти сюда, мне никто ничего не сделает. Ладно, идем. Мне это нравится. Так, готов. Есть, через перила. Было четко. Так, ребята там работают, пусть работают, я им мешать не буду. Так, здесь вот очень открыто. Очень открыто у нас. Так, я могу проползти. У-у-у, да ладно. Я думал, меня так не пропустят. Так, что тут? Порядок. Давай, чувак, сливаем. Окей, я релизирую фьюл. Есть. Давай, переход. Так, давай обыщем, что нет. Полапаем немножко. Так, отличная позиция. Просто супер. Надеюсь, без палева. Есть контакт. Тут у нас далеко, да? Возьмем этого. Блин, как-то криво в спину ему прилетело прям. Что у нас там еще творится? Опа, блин, как я тебя не успел-то, а? Было бы вообще сладко. Ого-ого. У вас там двое, вам бы бочечку на двоих сообразить. Было бы не кисло. Так, а что, давай, расстояние-то офигенское. 200 метров. Есть. Мне зато по снопе повысят. Так, супер. Хорош, серьезно. Так, ладно. В тело. Жаль, не в голову. Там еще один. Давай, чел. Мы справимся, у меня последний патрон. А, на опережение стрелял, а ты, мразь, остановился. Ну, как так можно-то? А, серьезно, он крутится в тот момент, когда я стреляю. Вали, 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 вали. Вали, вали, вали. Это мразь. Стреляй ему нахрен. Идем, идем, идем. Надо было сразу в бочку стрелять. Чего же я вот так пощадил-то? Так, ты будешь вылазить, нет? Вот гад. Вот гад. Я же глушитель трачу. Все ради чего? Давай, ладно, перезарядка. Патронов не густо. Даже АК уже можно использовать. Не, мы его сейчас так прибьем. Так, поджечь горючее с безопасного места.
Че, стебетесь? Ху-ху-ху. Вы чё, серьезно? Давай шумно. Есть безопасное место. Так, отлично. Пойдем мочить вторую. Ну чё, безопасное место вполне себе. Или не очень. Ни хрена серванула. Так, покинуть зону операции. Ну, это просто. Чувак, вот бы тебе в ноги пострелять. Ладно, пойдем завалим так. Не оставлять живого в живых-то. Так, алмазики. Где алмазики? О, нажмите для подъема. Алмазики отдай. Ладно, хрен его знает, где там искать. Внутри вагон, наверное. Ща мы тебя снимем, стой спокойно. Так. Ноги-то его видно. Готов. Аванпост зачищен. Так, смотрите, патроны есть, походу. Пойдемте, подберем. Вот, еще и воина прокачал. Все очень даже. Так, наверное, внутри вагона. Давай, люблю патроны. Так, для винтовки нету. С пистолетом. 8-8, все нормально. Так, выходим, у меня там машина спрятана. Как спрятана? Где-то на горе там припаркована. Оп. Немножко ингредиентов сейчас возьмем. О, они в тачке, походу, реально. Вот в этой разбитой. О, блин, дайте намерение покататься. Почему все нормальные тачки всегда заперты, а? Все, отлично. Ни тревоги, ни хрена. Только меткость подпромала. В тачке должно быть. Уроды. Хрен с вами. Так, что, пошли домой. Shipping from Russia. Handwritten notes. Опять все из России. One of the heads of our double-headed snake. Yeah. David and Thomas. Biggest, baddest separatist leaders. Slithering around a lethal cell that should be named Cancer. So who's Flostov? Russian? Flostov, русский. Some scientist. Now here's the really interesting part. As soon as Flostov's name came up, Mossad came down on his heart. Так, в арсенале вроде ничего у нас не было. Так, давайте посмотрим, что у нас. Встреча с командой и дополнительные львы Ротки 2. Сепаратисты всегда к один шаг вроде бойцов. Нужно узнать, как им это удается. Проверите на объект, скопируйте все данные. Ну что, заберем топ задание. Проникнуть в отель. Hack. Data dump. Information the separatists have on the Rotki Lions. С патронами, конечно, все очень печально. Так, а вот отсюда быстрее. Сейчас переместимся. So far, but this is a big step. Hey, I'm willing to earn trust step by step. Find the key to the server room, download the data, and get the hell out. Keep it subtle. Во, есть контакт. Understood? I'll do whatever it takes, Lydia. А что тут 200 метров-то? Отель, горизонт, ни хрена себе, блин, прикольно. Ого, народишь сколько. Так, ну чё? Давай заляжем тогда. Погнали отсюда. Вообще, чем больше расстояние, тем у меня лучше снопа прокачивается. Сейчас, кстати, надо посмотреть, какие у нас навыки появились новые. Так, есть контакт. Че, на крыше никого? Вы серьезно? Самое клевое место. Так, чисто. Есть на балконе. Все отметили. Так, здесь тоже готово. Так, они нам какую снайперскую позицию предлагают?
Вот, он сидит, конечно. Все у нас используется. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну-ка нахрен. Свернулись, отлично. Так, ну чё, пошла жара. 174, давай на 150. Действуем, друзья. Пошла жара. Отлично. Так, чтоб тебя без палева прям. Так, я надеюсь, ты никому не нужен, никто тебя не увидит. Блин, чё, в окошке не видно, да? Очень жалко. Сейчас бы опыта можно было за расстояние выгадать. Там у нас тоже цель недосягаема. А вот тебя можно. Вполне. Еще и со спецэффектами. Бамц. Противогаз тебя не спас. Так, есть цель. Причем офицер. Готово. Перезарядка. Хотя нет. Один патрон остался. Че, снимем? Снимем, друзья. 250 метров сделали. Офигеть. Вот это расстояние было, а. Вот это выстрел. Блин, движение его снять будет тяжело. И вообще офицера бы хорошо, наверное, захватить. Но с расстояния его шлепнуть тоже большое удовольствие будет. А, не успел. Не успел, цель движется. Так, а почему приближение не действует? Почему-то на скролл он не двигает вперед-назад. Может, что с этим? Так, ладно, глушитель нужно починить, да? А у меня нету. Ха-ха, нету чинилки. Так, здесь у нас цель. Здесь у нас, да, враг. Ну что-то действуем. Вот этого мы сейчас снимем. Давай на 150. Сейчас встанет. Надеюсь, встанет как надо. Или мы его здесь подловим. Да, отлично. Так, и нам засчитали как в голову. Супер. Отель Горизонт. Забавно. Так, есть что-то интересненькое можно найти. А, мне кажется, это через канализацию проход. Ну ладно. Ага, еще и камеры, смотрите. Вот это жопа. Вот теперь мы точно посмотрим, что у нас есть из навыков. Так, за снайпера задержание дыхания. В режиме разведки активируются ящики через стены. Дополнительная ячейка под модуль для дрона. Давай, легкие. Так, за призрака. Ага. 25% от взрывов меньше. Даже не знаю. Дополнительное лечение. Меньше шума при ходьбе и прыжках. Лечебные предметы, дополняющие шкалу здоровья на одно отделение аптечки отображается на карте. Так. Во, выносливость расходится медленно. Можно держать при себе дополнительный магазин для штурмовых винтовок. Вот так. И... Отлично. Вот так. Так, здесь 2 очка. Ну, давайте сапер возьмем, конечно. Берем все. Так, глушитель есть. Все нормально. Можем двигаться. Камера, это, да, очень опасно. Очень опасная тема. Так, что здесь? Спокуха. Темноватенько. Весьма. Ого, здесь можно даже подняться во весь рост. Так, интересно, а где мы выйдем? Цель-то у нас... Слишком много предметов. Глушитель отказывает. Да, вижу, вижу. Где у нас документы-то? Найти ученого нужно. Это, скорее всего, в здании. Блин, жесть. Вся огромная территория. Здесь такие лабиринтища. Кажется, я сейчас выйду на улицу. О, походу проход в здание. Вот это уже радует. Ну чё, заход. Самое главное, камера не попасться.
Так, поход вражина у нас сейчас будет. Или они на этаж выше? Походу выше. Так, здесь все. Не люблю я такие коридоры, а. Очень опасно. Что мне чутье подсказывает? Пока ничего. Ничего дельного. Так, что, спокойно здесь все? Да. Есть контакт. Ху-ху-ху-ху, прям через глаз вылетело. Забавно. Походу сверху. Блин, тревогу подняли, а. Ну зачем ты это сделал? Серьезно, а? Зачем вы подставу занимаетесь? Давай, подходи. Может, мы тебя в упор сейчас снимем. Ножиком, типа. Че, что снизу, что ли? Или сверху? Может, ну еще выше? Блин, нет, нету. Наверное, этаж ниже. Капец, вот это здание, оно же огромное. Так, и типа на этом этаже что-то у нас в соседнем крыле находится. Это еще интересней. Так, вот гад, что мне с тобой делать-то? Наверх нельзя. Здесь что-то должно быть. Что же будем делать-то, а? Не, для глушителя еще один выстрел есть. Из снайперской винтовки. Так, походу к нам забирается. Давай, готов. Так. Вы чё смеетесь, что ли, а? Вообще уродство. Вот это прикол, а? Я не могу. Давай. Как же я тебя пропустил-то? А, блин, чё на расстоянии обыскиваешь? Так, тут вроде бы чисто. Нехило их так. Немало. Так, ну что делаем-то? Так, окей. Здесь у нас шестеренки. Ну, берем. Ну, по-моему, стойка какая-то показывается. Нам туда надо, но как в другое крыло попасть тогда, не ясно. Через улицу прохода нету. Здесь нет прохода, елки-палки. Нельзя же, да? Да можно, конечно. Ха-ха, красавчик ведь у меня. Так, а что дальше-то толку? На крышу пойдем. Нажмите для подъема, ну. Открывай! Медведь пришел. Спрыгни. Так, друзья, как действует-то, блин? Нам ученый нужен, да? Наверное, в самом низу они. Вот это облом. Если я обратно не смогу выйти. Так, проверка. Ай, блин, серьезно, я что здесь застрял? Вот. Баги-то в играх, вообще жесть. Куда-то можно забраться, полазить там даже, да? А выйти обратно уже, все. Если так, то начинать задание с контрольной точки, то... Ай, может очень сильно огорчить, а порой довести до удаления игры. Так, ладно, пробуем. Еще раз, что на крыше-то нет. Нажмите для подъема, нажимаю, ни хрена. Нажимаю Space прыгнуть, все. Все типа окей. Но он не хочет ее открывать. Ни на какие кнопки. Это реально тупик. Сюда типа нельзя было зайти, но наш чувак же запрыгнул. Разработчики, вы...
фигню, короче, сделали. Полную фигню. Мне теперь начинать придется с чекпоинта. Да, друзья, придется начинать с контрольной точки. Ненавижу такие ситуации. Хорошо, еще можно с контрольной точки начать. Сейчас посмотрим, где нас выкинет, блин. Тоже не ясно. Так. А, мы только нападаем на здание. Здорово. Поступим следующим образом. Мы сделаем с вами паузу и начнем, точнее продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Витек. Обязательно ставим лайк под видео и подписываемся на канал. Всем пока.